решили проверить, насколько люди подвластны мнению других людей. Вот эти труханы лучше не брать. Лучше не брать. Там такая краска, она прям сразу линяет и от раздражения на кожу может вызвать. Вот, девушка, вот этот доширак ни в коем случае не берите. В нем нашли столько химикатов. Да они это прям... меня ребенок просто умоляет. Ни в коем случае. Вот этот хлеб вообще не берите. Макароны, ну, это полный кошмар. Ужас. Качество ужасное. Вот хороший, вот хороший. Вообще. Вот хотя бы Биг Бон возьмите. Вот, ну, ничего. Но это кошмар. Да нет, что ли? Правильно, правильно. Нечего, нечего. Очень вредно это для детей, кошмар. Так, вот эти конфеты лучше вообще не брать. Недавно нашли расследование, у них куча химикатов. Вот, вот эти лучше возьмите, вот эти хорошие. А вот эти ни в коем случае. Нет, что. Дорогой, ты забыл телефон, тебе звонят. Алло? Котик, если что, я уже в ресторане, жду тебя. Женщина, вы кто? Ириш, я телефон забыл. Ну что, ты сказал ей о нас? Пока нет, я не готов. А когда ты будешь готов? Я уже 2 года так живу, я тоже так не могу. Ты говорил, что не любишь ее. У меня сейчас проблемы на работе. Я не хочу это переносить в семью. Мы с тобой видимся, мы тебе шмотки покупаем. Что тебе еще надо? Ты пошел ты. Да, было интересно узнать, как вы выглядите. Ваши латте. Какую латте? Вы заказывали. Я заказывал капучино. Я сейчас попробую что-нибудь. Что ты попробуешь сделать? Я что, руки что ли растут? Не можешь работать, сиди дома. Пришла в общественное место, высокопоставленных людей обслуживает. Извините. Извините. Молодой человек. Я думаю, не стоило так грубо разговаривать с официантом. Ведь она же девушка. Не вам решать, как мне с ней обращаться. Ну, возможно, и не мне решать, но все равно ты был неправ. Да пошел! Пап. Я тебя наконец-то сегодня познакомлю с Женей. Ты же знаешь, да, как мне важно твое мнение. Надеюсь, он тебе понравится. Знаешь, главное, чтобы он человек был хороший. Любимая, я тут к тебе с подарочком. В общем, девочки, мы здесь собрались по очень важному вопросу. Дело в том, что в нашей компании появилась какая-то крыса, которая всем сливает наши секреты. Ну ладно. Может быть. Изабель, ты прости, но нам нужно расстаться. Я все знаю. Что ты знаешь? Да то, что их было не 5, а 15. Ну подумай, 15 судимости. Каждый имеет право на ошибку. Тем более две последних всего условно. Я не представляю, кто ему мог рассказать. А со мной вот что произошло на днях. Охренеть, они угарные. О, это ж ты! Выпьем за... Ты в жизни еще хуже! Будем максимально осторожны, и все только между нами. Только между нами. В общем, девочки. Я вчера пошла на лазерную эпиляцию, и все. Ну все, девчонки, классно посидели, давайте пока уже. Алло, Ир, слушай, ну подруга у тебя... Виолетта? Так это ж твоя подруга? Не моя. Капец, люди узнают, охренеть! Ты чё, курица? Ты чё, овца сутулая? Hey, что, на кого ставим? Косарь на черного. Ага. Косарь на того с сочными булками. Ага, принято. Готов ли ты, Арам, ходить в его спортзал по гостевому абонементу всю свою оставшуюся жизнь? Готов.
Братан, смотри, с какой девочкой ночь провел. Изабель зовут, прикинь. Изабель? Ты что, ее знаешь? Джон, я хочу тебе сказать, тебе очень повезло с девушкой. Прям береги ее, лав... Я бро, не знаю. Джон, послушай, твоя девушка тебе изменяет. В смысле изменяет? Я сам видел это все. Ты, походу, не завидуешь. Я ж тебе говорил. Ты чё, дурак? Они ж друзья. Я с собой не дружу. Меня это всё достало! Я уже больше не могу это терпеть! Чё ты орёшь ты на меня? Да я просто хочу, чтобы мы могли себе позволить что-то большее, чем просто поесть. Больше, чем что? Ну и что, это всё, что ты мне можешь сказать, да? Малейла, моё самбо. Тогда знаешь, что я сейчас сделаю? Я собираю свои вещи и ухожу от тебя. Между нами все кончено. Да не уходи, пожалуйста, я стараюсь. Я добьюсь всего, чего ты хочешь. Работаешь? Вот я тебя привел, помощь, на. Работай. Ну чё, да выпендривалась?